Приветик! Сегодня готовим вместе с моей свекровью яблочное повидло на свежем воздухе в казане. Рецепт проверенный, а вкус отменный. Девочки, на самом деле готовить очень просто. Поэтому для начала нужно помыть и очистить яблочки, порезать на дольки и закинуть в казан. Далее заливаем водой и накрываем крышкой. А теперь нужно подтопить дровишками и варить яблоки до кашеобразного состояния. Яблочную массу нужно немножко остудить, а далее перетереть через сито. Друзья, у меня получилось из 2 ведер яблок 10 литров яблочного пюре. На 10 литров пюре буду использовать 5 килограммов сахара, 1:1. Теперь пюрешку отправляем в казан и будем ее варить, выпаривать лишнюю жидкость, буквально минут 20. Как же прекрасно горит огонь, я очень люблю смотреть на него. Масса у нас забулькала, теперь добавляю сахар и начинаю все перемешивать. И, пожалуйста, не забывайте о технике безопасности, будьте осторожны, потому что яблочное пюре очень горячее. После того, как я все перемешаю, буду варить повидло. Самое главное, не отходить от казана, чтобы масса не подгорела ко дну. Постоянно помешиваем и варим. Получается вот такой красивый каштаново-коричневый цвет, и масса должна вот так загустеть. И, конечно, по мере остывания повидло будет еще гуще. Теперь разливаю по баночкам, закатываю и отправляю в холод. У меня получилось 9 литров вкуснейшего повидла. И всем спасибо за внимание.